Плохо. Зачем же его просирать? Им надо демонстрировать серить. Силу. Им не надо просирать, им надо серить во все стороны. Можно я его забаню за то, что он не той классификации? У нас больше очков на старте будет. Даже не знаю. Ты вот фобов столько сразу не выставлял, а то они посмотрят на твои фобы и не будут свои выставлять. А так у них хоть пошли какая-то надежда. В том-то и дело. О, этот с 70 винрейтом ушел. Так, кто куда идет? Кого меня поддерживает? Может слева поставить бушки хоть какие-нибудь? У нас слева армии вообще нету, и прилетят вертолеты и выебут левую часть. Ну тогда я хотя бы пойду пободаюсь с ними. У нас армии слева нету никакой, никто оттуда никуда не пойдет. Наталья ПСПО поможет? Нас 4 человека. Один арта, один самолет, ты и еще один, который почему-то молчит. Которого здесь нету. А, у него с нами нет, вот почему он молчит. Поэтому каждый сам на себя. Он с работы работает, да. Рассчитываем каждый сам на себя. А кто молчит у нас? Годфазера нет тут. Но он с работы. Хорошая работа. Такая же, как у меня. Да, он ею гордится. И по центру килла левой базы стоят войска. То есть, чтобы быстрее с горы не подъехать. А то вдруг ты первый приедешь на точку вместо врага. И что делать? Рандом говорит, удали 4 фоба. Зачем тебе 6 фобов? Люблю рандомов. У меня пинг нормально, нет? Это он здесь не показывает. Нам нравится. 223. Право можешь посмотреть. Так, у меня 237 пока. Ну, нормально пойдет. Ну, у них тоже тот еще мамками на ветры бобер. Я у мамы авиатор. Сейчас вся наша пехота кончится слева мгновенно. Что там, вам саса подкинуть налево? Ну вот я тебе написал. Ой, это что такое летит? И куда оно, блядь, летит? Идущие на смерть приветствуют меня. Я на Б5. Если есть самолеты, пошлите тоже на Б5. Надо ЕЦР или Курнас выбирать. Так, ну слева мы закрепились. Справа что у нас происходит? Да ничего, мы там не закрепились. Справа танки идут. По центру у нас хреново, никого нету. Эхо. Пустое. Блин, самолеты падают просто. От нефиг делать. Ой, это шо, куб? Да, 2 куба сгорел, 2 прашки. Красавчик. Так, копья. Мои непревзойденные лансы. Пожалуйста, не надо прилипать к кустам, не надо. СВ-шечка есть у кого? А, рандом везет. Молодец. Умный рандом. Гордюсь им. BM-25. А, это вообще лол. А пока был черный, на 25-й был похож. Справа еще и птуры.
Путин и 27М в одной связке. А это баран какой-то играет. Уж я-то насколько часто тут стеряю самолеты, ну просто на меня тут стаи вылетают. А он их просто сливает от нечего делать. Если вы не возражаете, я поставлю там один разведывательный танк. А то мне страшно. А что, на отеле там все плохо? На отеле? Почему он не занят у нас? Наверное, потому что он не занят и у них. Там сейчас просто нейтральная территория. Ну, так почему же мы его не занимаем? Ну-ка, скажи, почему ты его не занимаешь? Ну, моя ЦВшка стоит на центре карты, на майке, поэтому... А у тебя всего одна ЦВшка в деке? Ну-ка, расскажи-ка нам. Хорошо, не буду брать самолеты, возьму ЦВшку. Сейчас куплю ЦВшку вместо самолета. Не вопрос. Умничает он там. Что это мы не занимаем? Потеря гусениц. Где ты гусеницу потерял, уродец? На кустик наехал, понимаю. Безумцы, что они творят в воздухе? Ага. РСЗО катается. Вместо того, чтобы занять город, он борется за какой-то этот кустик. Кто где-то где? Там. Да, слева рандом. О, тут интересно. Вертарашек справа, из говна. Ну, если чего, мы его остановим. Не бросайте туда ничего. Это хорошая новость. Вы почему слева улетаете? Одни слева, другие справа, блин. Глупые самолеты. Тарас уничтожен, но моих челиков тоже нету. Нормальная ситуация. Главное не победа, главное участие. Это точно, и пехота у меня тоже есть. Главное не победа, главное не... Неважно. Главное не слить технику. Главное не пехота, главное участие. Кто не скажет, у нас фонд это ПВО да. Их не мочит, да? ПВО? Ой, это РСО. Да. Ну что-то случилось с моим Tomcat'ом. Он не под тем углом пошел в землю и почему-то горит. Вон, а ганжи, которые сейчас слева заливали огнем, сгорели. Вы реально хотите вот этим говном кого-то побеждать? Чё они творят, безумцы? Мы будем побеждать говном. И Найткок туда же. Не-не-не, нет, они сюда бомбанули. Нет, это я бомбил.
А, ну они отскочили. Да, да, я просто вызвал и пошел в другую сторону воевать. Я человек простой. Увидел пехоту, разбомбил. Да. Зачем вы думаете что-то сложное? Когда есть бабы? Да, 4 управляемые бомбы 20-го фугаса. Это же прекрасно. Справа 9-13. И 9-13 польские. Авиа слева. Радаров слева нет. Булки 3 штуки увидел. Блин, ну пиздец, они уже Индию сдали. Их пехота в нашем городе. Ну как вообще, чё за лохи? Зато в наших кустах там стоит, наверное, 1000 танков. Хочу сказать, что моих танков там только один. На помощь. Иди нахер, а не на помощь. Вою давай. Тупое животное. Нахер иди, а не на помощь. Ой, француз опять вышел. Это наш, не наш? Не, не наш. Надеюсь, не по мне кто-то бомбится сейчас. Сука, по мне! Ты ж за синих! А, блин. Спасибо, кто бы ты ни был, друг. Ну, мы так победим. Да я так и понял. Вопрос только кого? Логику. Центр держим, хотель нейтрален. Вопрос вы только в Индии. Да вот. Я как истинный авиатор заказываю танки на Индию. Я кажется солжу, что долбало. Он переставил все 3 куба, хотя они не стреляли. Это интересно. Что это он задумал? А враг не так прост, как мне бы этого хотелось. Бабер. Пятый налево. Далековато. Вот куда кубы приехали. Сейчас съем. Сиренси он подъезжает налево. Кого он там снабжать надумал? То второй слева. Да, вылетел. Там прашки стоят. Я туда сейчас ебану.
Слушай, да там помимо пражек куча всякого говна. А, это бутырки. Ай, китайские кротали приехали! Ай, по жопе дают! Ну, я ушел. Ненавижу эти кротали. Что там этот гей возмущается, я не успеваю читать. Он написал, что его магланы прям вообще бомба, пушка. Вражеская кошельный вертолет сел на отель вот в этой точке. Угу. Только это танк. И 8 штука. 4 болта вылетело, ой, 2 болта вылетело. Прикрываю. Твою душу. Там 28-ка, если что. 27М Путина за мной. Я на М-ку. А я даже полпути не пролетел, я ухожу над нашей же респой. Разведывательный вертолет что-то потерялся справа. Угу. Тебя сзади какой-то чужой колокочет. Ну, радар у них выключен, если они живые. А я их убил. А кто по мне стреляет? Кротали. Ну, че какие? Там два ебаных китайских кроталя. HQ-7, которые. Рашки тоже сгорели. Я в них дал кассетами, но не особо попал. Не особо преуспел. Выговор тебе за это. Ну, у меня остаток кассет оставался 13 на 8... Ну, 26 на 8 установок. Скажи так. Ой, у нас рандомы законтрили. Нарисовалась. Тур в нее не попал, долбан. Причем долбан это название Птура. Okay. 9-13, 4 штуки слева. Ой, пизда, Серов. Да. Чё-то я думал, что я раньше уйду.
китаец слева вышел. Ну, в общем, я так понимаю, все ушли. Ну, у них еще 2, 4, 5 человек по команде. Да? Что-то они выходят и выходят. Они, получается, вышли все те, кто слева воевал. Остались лишь те, кто справа дают. Слева прикрою, сейчас мой бобер. Все, спасибо. А дымы чьи были, ихние или наши? Неизвестно. Вот здесь вот СВ-шный танк ездил. Вот СВ-шный танк уехал на тот свет. Время выкупать 270-е. Не все, правда. Но 8 штук тоже классно. Ох, сколько там пехоты. Не, налево они продолжают играть. Если чё. Окей. Там и 90С, и китайские хорошие танчики. Ну, это 90С до сих пор живы просто. И просто они там юниты двигают сюда-туда. Что видимо... мне артить? Чё, дмахоз за 60 копеек? Ты шутишь, что ли? А самолеты справа вообще смело летают. Да. А чё ж ты молчишь? Сейчас они перестанут летать. Ты учти, там много их. И меня много. Все, двое прилегли. У меня еще бомбер есть, который на 4200 фигачит. Еще и радаром буду на таран сейчас идти. Вот он, сразу сам присел. А то проулер у меня как пойдет на таран сейчас. Это дикий. Кстати, это его было говно. Сука, я только приземлился. Куда ты стреляешь своей артой? Это элитные пацаны. Order,
командное отделение. Выдры, господи. Там по центру 62-ки по быстрым маршам по дороге атакуют. Столько всего вкусного. А я в этом лесу, блин, долблюсь в жопу с какими-то советскими войсками. Вот у этого, кстати, по-моему, винры хорошие еще. На 64-ку на центре вылечу. Если, конечно, успеем. Ну, по-моему, тоже не успею, я ничего. Два вихря остались. А победа, да? Ну как так?